Почему я должен вам объяснять? Подходите и поднимаете. Это всего лишь пингвины. Черт. Евгений. Черт, я плачу за освоение Антарктики, а вы не можете просто поднять Евгений, пингвина. Евгений. Серьезно. Черт, все делать самому. Пора инвестировать в более светлое Евгений. Будущее. Даниил. Здравствуй, Даниил. Чем обязан? Здравствуйте. Я хотел попросить у вас шанс доказать себе, вам, всем этим людям, что я могу быть чемпионом, что я могу одерживать победы. Знаешь, Даниил, знаешь, какое время сейчас наступает? Какое? Время предновогоднего волшебства. Что-то я сегодня добрый. Ладно, неважно. По поводу твоего оппонента. У меня есть человек, которого я хочу выставить на матч против тебя. Как раз заодно и посмотрим, действительно ли ты тот, о котором ты сам и говоришь. Имя этого оппонента ты узнаешь. Непосредственно нашел. Иди готовься. Иди готовься, у тебя важный матч. Спасибо. Успехов. Я в тебя верю. Все самому. Опять. Ничего не меняется. Евгений, я искала встречи с вами. Ради всего рестлерского святого. Кто ты такая? Мое имя не является приоритетом нашей встречи. По крайней мере, пока. Содержимое этой папки – вот что действительно важно сейчас. В ней хранится информация о том, кто будет чемпионом лучше, нежели чемпиона действующего. Всего доброго. Всего доброго.